It's one for the mind, two for sure. We get ready to go, get go, but don't you step on my boots with you. You can do anything, you stay over my boots with you. Есть определенные примеры очень талантливых артистов, которые зарекомендовали себя в российском шоу-бизнесе, у которых не было никакой поддержки со стороны, может быть, состоятельных родителей или инвесторов, продюсеров, партнеров, которые взяли этот рынок своим талантом. Я думаю, что это не только в России применимо, во всем мире. Если ты супергерой, то ты добьешься суперуспеха. Эмин Агаларов – успешный бизнесмен, коммерческий директор «Крокус Групп» и наследник империи «Крокус». Умело сочетает бизнес и музыкальное творчество. Эмин сам пишет и исполняет песни. Сейчас работает над новым музыкальным альбомом и считает, что музыка для него больше, чем просто хобби. Живется, наверное, с одной стороны комфортно, с другой стороны ответственно. Мне хочется заниматься музыкой, мне хочется работать, мне хочется заниматься бизнесом, поэтому это все мои желания, которые не позволяют делать иначе. Я не могу сказать, что как мне тяжело, я совмещаю одно с другим. Я это делаю искренне, хочу. Не делая это, я становлюсь несчастливым человеком. Говоришь, что я это делаю только для себя, наверное, будет неправильно, потому что тогда бы я не выступал, не выпускал альбомы, а пел бы у себя дома в присутствии своих друзей. Естественно, хочется прогрессировать, хочется записывать, сочинять песни, которые будут очень нравиться, которые будут оставаться надолго. И над этим, конечно, я серьезно работаю. Вот это моя студия, где происходят все репетиции и записи. Здесь обычно больше инструментов, просто музыканты все забрали на сегодняшний концерт. Поэтому вот все музицирование основное происходит здесь. Пульт, звукорежиссеры, клавиши, барабанщик, две гитары, бас, саксофон. Иногда бывают у нас скрипки или духовые. Это зависит от концепции концерта. Но, в принципе, вот все происходит. Именно здесь это вот такой MySpace. 5 лет назад создал я свой оркестр, который со мной уже выступает. И вот проект так потихонечку обретает серьезный вес под собой. С каждым годом хочется делать это лучше, репетировать больше, добиваться качества. Ультимативная цель, наверное, добиться музыкального успеха не только в нашей стране. И я думаю, что вот все, что требуется от меня в данном случае, я для этого делаю методично, ежедневно, ежегодно. Добьюсь я этого или нет, это, я думаю, что вопрос времени. И если это мечта, то это не задача. Я не умею играть толком ни на одном инструменте, хотя люблю на разных экспериментировать. Они в моем случае мне помогают воспроизводить ту музыку, которую я хочу сочинить. То есть если это клавиши, то я в принципе играю аккордами для того, чтобы воспроизвести ту мелодию, которую пианист бы сыграл. Если это гитара тоже, ты ловишь ритм и правильную тональность, переставляешь нужным образом аккорды и кладешь текст на песню. У меня всегда было с детства желание заниматься музыкой, желание что-то сочинять, но я тем не менее не умел играть ни на каком инструменте, поэтому пришлось учиться, как говорится, на пальцах. Я 4-5 часов в день трачу на музицирование в целом. Это может быть репетиция, сочинение, и это делаю уже много лет. Со временем начинаешь понимать, что музыка – это своего рода математика, есть определенная грамота, которая будет тебе помогать. И чем больше ты знаешь, тем легче тебе, наверное, воспроизводить свои идеи. You know that I'm still in love with you. So many little things we have to do. So many different words I love to say. Instead you choose to go the seven way. Мы иногда с музыкантами вот во время репетиции посмотрим, вот кто как подсвечен, например, на концерте, на том или ином. И вот придумываем какие-то штуки, которые, вот, может быть, можно подсмотреть у вот больших профессионалов, у которых большой продакшн. А мы это делаем пока таким вот хоз-методом. Володь, а не логичнее нам сидеть на этих стульях уже тогда ровно по центру? Или вот с краю мы хорошо сидим? Да, окей.
Володь, как тебе картинка? Может, нам не на стульях сидеть? Нет, хорошая картинка. На подиум лучше сидеть. Нет, не надо на подиум садиться. Есть у меня сопродюсер Владимир Раскевич, с которым я записал 4 альбома. Он был аранжировщиком всех этих альбомов. И который меня направлял, помогал. Вот он опытный такой. Еще с советских времен серьезный музыкант, это была группа «Рубиновая атака» в свое время, с которым мы вот сошлись на тему единых музыкальных вкусов, но правильного его видения того, как это должно звучать сегодня. Can I hold you closer to me than I feel you going through me? But the second that I never think of you. Альбомы, они записаны в разных стилях. Кто-то может сказать, что это крунинг, то есть перепетые кавера. Кстати, вот новый альбом, пятый, который я записываю, он абсолютно будет не похож ни на что, что я делал до сегодняшнего дня. Потому что, во-первых, все записано в другом регистре, намного выше. Все будет авторское или будут соавторы на альбоме. Я бы сказал, что это может быть шаг вперед к более доступной, легче воспринимаемой музыке на слух. Это, конечно, современные роковые баллады. Heavenly breathing, I'm trying to make you stop. Now you possess every beat of my heart. Trying to reach you, but you are simply too far. I'm chasing around someone who's already gone. Концерты не проходят часто, то есть если как бы смотреть на прошлый год, то это было порядка 15 таких больших концертов. МХАТ – это ответственная площадка, и мы выступали там в прошлом году. Программа абсолютно новая, это весь мой новый альбом, который вот выйдет осенью. И пока мы вот концертируем с этой новой программой, естественно, какие-то старые свои популярные песни в программе остались. У нас обновленный состав музыкантов, и это такое вот абсолютно свежее новое шоу, которого даже нет пока на каком-нибудь носителе. Как компакт-диск. Если хочешь показать то, что ты сделал, демонстрируешь им именно это. То есть это твое шоу, твой концерт, или твой альбом, или твой сингл. Или ты хочешь показать себя, и неважно с чем, с синглом, с альбомом или с концертом. Вот это две составляющие, которые я четко разделяю для себя, во всяком случае. Выходить и демонстрировать собственную персону пусто и неинтересно. Поэтому нужно выходить с чем-то, и с чем-то желательно хорошим и достойным внимания какого-то. Спасибо. Спасибо. Мне очень приятно быть сегодня здесь, в этом замечательном, я бы сказал, культовом зале. Мне хотелось бы начать наш сегодняшний концерт с песни, с которой началась моя музыкальная карьера 5 лет назад. Just because I set some practice, I'm not too good. In case you change your mind about all this. Когда сидишь в зрительном зале и видишь какие-то выступления или песни, иногда кажется, может быть, и не стоило петь прилюдно. То не хочется быть вот в этом положении, чтобы кто-то другой сидел в этом зале и думал точно так же. А ты каждую программируешь по отдельным баллам? У меня много любимых певцов американского, я бы сказал, происхождения. Многое, чему я учился, наблюдая за тем, как это делается там. В связи с этим моя музыка немножко отображает не сколько российскую, а сколько зарубежное настроение. Может еще один ролл спеть, конечно. Walk through the party in the county jail. The prison man there, they began to wait. Bells y'all began to jump, began to swing. Should have been knocked out, you're dancing on the rock. Everybody was rocking.